Мы подходим к вами, с вами к концу книги Шмуэль Алиф. Я даже планировал сегодня начать книгу Шмуэль Бет. И, как всегда, с молитвой сердца мы постараемся скрыть очень сложные темы: переход царства, отношение Давида к Шаулю, еще раз, еще один ракурс отношения Давида к Шаулю. И все эти темы постараемся поднять сегодня. Я бы хотел начать с вами с стихотворения Натана Альтермана, который посвятил гибели Шауля на горе Гильбоа. И он, как бы, если он очень, если так можно сказать, оптимистично посмотрел на этот трагичный момент и увидел в гибели Шауля не только трагедию, но и становление будущего царства, продолжение царства, вечность царства Израиля. Я так понимаю, что он пока не поднялся, правильно? Вот я сейчас попытаюсь его поднять. Псалом. Да. Не псалом, а литературное произведение. Да? День сражения умер, и вечер пропал. Поражение, крик затихает в ночи. Царь на меч обнаженный с размаху упал. Ты, Гильбоа, гора, не кричи. И чем ближе заря, тем скакал все быстрее. По горам и долинам гонец. Кровь струей текла у коня из ноздрей. А в Гиладе не знали конец. Как закончился день, и как вечер пропал, и помазанник Бога на меч свой упал. И гонец доскакал, и закапала кровь, дух Шмуэля промолвил во мгле: пораженный народ, он поднимется вновь, если пал на своей же земле. Пусть вчера небеса осудили царя, и наследник престола убит. В землю меч рукояткой вонзился не зря, из Циклага поднялся Давид. Мне кажется, что это очень соответствует духу пророков, духу Танаха. Даже в величайшей трагедии видеть зарождение будущего, видеть надежду на будущее. А сейчас мы с вами вернемся к тому моменту, на котором мы остановились. Посмотрим, что у нас происходит в 29 главе. Да? Я ее поднимаю. Вот. И надеюсь, что текст ее виден. Да? Вот. И собрали Плештим все свои лагеря в Афике, а Израиль стал лагерем у источника, который в долине Изреэль. Мы представляем себе, что как бы долина Изреэль, плодородная долина, она перерезает страну на две части. Тянется от Мегидо, можно сказать, от горы Кармель, тянется до Бейтшана, до долины Бейтшан, которая расположена недалеко от озера Кинерет, от Ярдена. И Плештим приходит в Афик, а сыновья Израиля в долине Изреэль. И князья Плештим, то есть мы представляем, что если как бы по карте, то довольно сильно поднялись филистимляне, довольно сильно поднялись на север. Да? А князья Плештим проходят по сотням, по тысячам, а Давид и люди его проходят в конце с Ахишем. Мы помним ситуацию: Давид на службе у Ахиша, и он его привлекает в этот поход в качестве телохранителя. Он хочет, чтобы
Давид и его люди, а их не такое уж малое число, как мы представляем себе вместе со всеми собравшимися к нему в Циклаг, чтобы они охраняли его. Это характерно для древнего мира, когда телохранители нанимали не из своего народа, брали не из своего народа, а из пришельцев, из наемников. Но появление такого мощного войска возле Ахиша, которого князья только на этот случай, на этот случай войны сделали царем над собой, то есть они, Ахиш — это царь Гата, как мы с вами помним, и он стал главным над филистимлянами, но только на этот случай войны с сыновьями Израиля. И выбрав его полководцем, можно сказать, царем временно. Князья все-таки, князья филистимские, они не чувствуют себя обязанными подчиняться ему во всем. Да? Вот. И они протестуют, возражают против того, чтобы Давид принимал участие в этом сражении. Ахиш называет Давида рабом Шауля, царя Израиля, от которого раб убежал от своего господина, конечно, он захочет отомстить своему господину, поэтому не стоит сомневаться в его верности. Но князья сердятся и настаивают на том, чтобы он отослал Давида. Каков был план Давида, когда он выходил с филистимлянами? Конечно, он не стал бы сражаться с Шаулем, не стал бы сражаться с сыновьями Израиля, их убивать, их и мстить Шаулю. Он просто присоединился бы к Шаулю, к воинам Шауля и ударил филистимлянам в тыл. Это был план Давида. План очень рискованный, план, который подвергал опасности не только его и его людей, но и их семьи, которые остались в Цихлаге. Но у него не было выхода, оставалось только рассчитывать на победу благодаря такому сильному удару с тыла и спасению тех, кто остался в Цихлаге. Ситуация очень тяжелая для Давида. Вот. Князья напоминают, что это тот самый Давид, про которого говорили, что если поразил Шауль тысячи, то Давид поразил десятки тысяч, то есть все поражения филистимлян, они зависели, или, скажем, были в основном из-за Давида, из-за его умелых действий, и они ему не доверяют Давиду, и весьма справедливо. И позвал Ахиш Давида, и он уверяет Давида, что он доверяет ему, но делать нечего, поскольку князья возражают против его участия в этом походе, то ему лучше вернуться в Циклаг. Да? А теперь возвращайся ты с миром и не делай дурного в глазах военачальников Плештим. Ахиш предупреждает, что Давид будет дальше жить с ним и будет дальше сражаться на его стороне, как он представляет, и поэтому не стоит делать каких-то вызывающих действий по отношению к князьям. Да. Давид делает вид, что он возмущен. «Вот что я сделал и что плохого нашел ты в рабе твоем с того дня, что я был пред тобою, а до этого дня». И ответил Ахиш и сказал Давиду: «Знаешь, что ты хорош в моих глазах, как ангел всесильного, но князья Плештим сказали, да не поднимется он с нами на войну». И Давид встает, и его люди, и они возвращаются в Циклаг, а Плештим начинают войну у горы Гильбоа, на горе Гильбоа, с расчетом рассечь пополам, как мы сказали, долина рассекает пополам землю Израиля, рассечь пополам страну для того, чтобы потом постепенно
постепенно завоевать ее. У них нету достаточно сил для того, чтобы распространиться по всей земле Израиля, захватить сразу все города. Но сильное поражение, оно может посеять панику, и они могут добиться успеха и начать распространяться как на север, так и на юг. Да? Вот. Теперь мы с вами берем следующую главу. Да. Вот. Вот, и было, когда пришел Давид и его люди в Циклаг, в третий день, Амалек вторгся в Негев и в Циклаг, и поразил Циклаг, и сожгли его огнем. Здесь мы видим обычную ситуацию на войне, во время войн Древнего мира, когда войско выходит на войну, то какие-либо племена, которые не имеют достаточно сил для того, чтобы воевать с регулярной армией, они совершают нападение на города или селения, которые практически остаются незащищенными из-за того, что основные силы сдвинулись в другое место. Так и здесь Давид ушел воевать, а Амалек тут же нападает на Циклаг, который остался незащищенным. Мы понимаем, что у Амалека есть много причин для того, чтобы напасть на Циклаг и отомстить Давиду и захватить легкую добычу и отомстить Давиду за то, что он на протяжении 4 месяцев поражал их селение, не оставляя ни одного человека в живых. И взяли, амаликитяне взяли в плен женщин, вот, и увели всех, не убили никого и повели и пошли дорогой своей. Увели для того, чтобы сделать рабами, для того, чтобы обогатиться, поэтому никого и не убили. Хотя это, в общем-то, можно видеть в этом помощь Всевышнего, потому что слабых, кого-то, кому тяжело передвигаться, кого-то трудно гнать, могли и убить. И пришел Давид и люди его в город, и вот он сожжен огнем, и жены их, и дочери, и сестры их взяты в плен. И возвысил Давид и народ, который с ним голос, и плакали до тех пор, пока у них не осталось силы плакать. Мы видим, почему подчеркивается, что плакали, почему подчеркивается, что не осталось сил плакать. Потому что человек плачет, когда положение безнадежное. Безнадежное. У него даже нету сил молиться, потому что молятся о чем-то. Хоть когда молятся, просят чудо и что-то. Есть когда-то, как всегда, какая-то реальная зацепка. Здесь не видится никакой реальной возможности вернуть своих близких, самое дорогое, жен и детей. И две жены Давида попали в плен. Ахиноам, Исраэлит и Авигаль, жена Наваля Кармели. Мы по-прежнему видим, что Давид так или иначе платит очень тяжелую цену за то, что он не принят Шаулем, и должен искать себе убежище, прибежище у врага и заботиться о своей защите только сам. И почувствовал Давид, что он в большой беде, ибо хотел народ закидать его камнями, ибо огорчена душа всего народа, каждого из сыновей его и дочерей его. Мы можем представить себе, в чем, почему это горечь, почему такие претензии к Давиду настолько, что готовы закидать его камнями, если не убить, то прогнать с позором. Мы представляем себе, потому что люди считают, что если бы он воспользовался хотя бы одной из тех многих ситуаций, в которых он мог убить Шауля, то с Нивой не произошло этой огромной беды. Давид поставил какие-то интересы духовные, личные, поставил выше всего, выше заботы о тех людях,
которые сочли его царем Израиля, будущим царем Израиля, присоединились к нему, переносили все трудности и все беды, были готовы на все, кроме предательства и в том, что он не поднял руку на Шауля, люди видят предательство. И укрепился Давид Богом всесильным его. Да? Давид, как всегда, находит силы в Боге. Он молится, он просит Всевышнего, и он, как мы говорили, Давид, человек очень чувствительный, ощущает божественное присутствие, он ощущает, что Всевышний дает ему силы. Он бы бросился сразу в погоню за Амаликом, но ему, если он чувствует, что Бог с ним, и что он даст ему удачу, то другие это не чувствуют. И для того, чтобы убедить других, он спрашивает у Урим и Тумим, нагрудника первосвященника, который, мы помним, находится у него, Абьятар, единственный спасшийся из родственников Ахимелеха, сын Ахимелеха, которого казнил Шауль, он принес, когда бежал к Давиду, принес с собой Урим и Тумим. И Авиатар, как Каген, одевает эфод, подходит к Давиду, и Давид спрашивает Всевышнего, гнаться ли ему за Амаликом, и получает ответ «гонись». Я напоминаю, что первосвященник стоит, обратившись к лицом к Арону Кодеш. Здесь нет Арона Кодеш, поэтому, скорее всего, он стоит, он стоит лицом к Иерушалайму, который Давид знает, что в нем есть святость, и за его спиной стоит царь, и спрашивает его, и если есть ответ Всевышнего, то буквы на нагруднике загораются, однако священник и первосвященник не должен смотреть себе на грудь, опускать голову, буквы стоят у него, светятся у него перед глазами. Да? И вот есть ответ Всевышнего, уже само по себе великая радость даже в такой ситуации, и Урим и Тумим, да, буквы, которые высвечиваются, первосвященник или священник в данном случае должен сложить из них ответ. И сказал ему «гонись», да, то есть «гонись». Да, можем представить себе буквы «реш», «далит» и «пей» высвечиваются на нагруднике, их видит Каген, и получается слово «рдов», гонись за ними, ибо настигнешь обязательно и спасешь непременно. Да? И пошел Давид и 6000 человек, которые с ним, и дошли до потока Бессор, а остальные остались. Да? Мы представляем себе эту безумную гонку по пустыне. Уже после того, как люди Давида совершили бросок от Афика в Циклаг за 3 дня, мы можем представить себе какое-то расстояние от долины Изриэль до Негева. Это не всем это десанту, я думаю, было бы не по силу сегодня совершить такой бросок. Они уже это сделали, они уставшие. И сейчас это безумная гонка для того, чтобы догнать Амалика. И они знают, что амаликитяне на верблюдах. Единственное, что может быть затруднять их передвижение, это большое число пленных. Да. Доходит до потока Бессор. Вот, и часть людей говорит, что они обессилели. У них нету перейти силы поток. Потоки раньше были не такие, как сегодня. Поток Бессор был похож, в Негеве был похож
на бурный несущийся поток. Его нужно было преодолеть, так, чтобы вода не сбила. Часть людей говорит, что у них нету сил, они обессилены, нужно спасать жены, детей. Но бывает такое состояние, когда человек все, он уже не может больше двигаться. Давид и 400 человек, которые с ним, да, они продолжают гнаться, а 200 человек, они остались и не перешли поток Бесор. Им попадается египтянин, раб одного из амаликитянина, да, и они дают ему есть, и он рассказывает им о том, где амаликитяне, где они разбили лагерь. Да. И нужно еще понять, те ли это амаликитяне, те ли это разбойники, кочевники, которые побывали в Циклаге, или это какой-то другой рассказ, отряд. И вот из его рассказа видно, что это именно те, которые были в Циклаге. И египтянин соглашается отвести Давида к амаликитянам, да? Вот, и при условии, что тот не убьет его и не отдаст его в руки господина его. Да? Вот, и отвел его, и вот они разбросаны по поверхности всей земли. Естественно, Давид и его воины подкрадываются к амаликитянам, так как они умели это делать бесшумно, да, и вот те едят и пьют, и празднуют всю эту добычу большую, празднуют удачный набег на юг Иуды и на Циклаг. И поразил их Давид от сумерек до вечера на завтра, и не спасся из них никто. Да. Давид не только ставит своей задачу отбить пленных, да, и сохранить жизнь пленных. Естественно, нападение планируется так, чтобы прежде всего отсечь пленных от амаликитян, чтобы никто из них в отместку, мстя, не мог убить пленных. Вот. Но после того, как, скажем, началу нападения удалось, пленные отсечены от амаликитян, Давид преследует амаликитян, заранее спланировал так, чтобы окружить их и исполнить заповедь истребления Амалека. Несмотря на то, что ситуация, можно сказать, которая не обязывает в такой ситуации истреблять амаликитян, главная задача – это отбить пленных, но тем не менее Давид ставит эту перед собой задачу истребления Амалека, видит в этом заповедь Всевышнего, которую нужно стремиться исполнять всегда и в любой ситуации. Мы понимаем, что этим он отличается от Шауля, который рассуждал, находил причины, по которым можно не истребить весь народ Амалека, и привести их царя к миру или даже к гиюру, и тем самым, как он полагал, уничтожить народ Амалека. У Давида нету никаких подобных мыслей. Для него заповедь Всевышнего истребления Амалека, он понимает ее по-простому. И спас Давид все, что взял Амалек, и двух своих жен спас Давид. И не было у них пропавшего от малого до большого, да. Мы понимаем, что Всевышний помогает, что есть помощь Всевышнего и от сыновей до дочерей, от добычи и то всего, что взяли у них, все вернул Давид. Да? Вот, взял он мелкий скот и крупный скот. Да, и вот пришел Давид к 200 людям, которые опоздали пойти за Давидом. Да, опоздали как бы мягко, у них не хватило сил, они отказались переходить поток Босор. Вот, и сидели у потока Бесор.
и вышли навстречу Давиду и навстречу народу, который с ним, и приблизился Давид к народу и спросил их о благополучии. Да. Вот. И тут возникла ссора. Да. Люди, которые затеяли эту ссору, они называются здесь людьми без страха перед небесами. Хотя чисто по-человечески, скажем, можно понять их досаду, и они говорят, что жены детей мы вам вернем, и они не требуют за это никакую плату, они как бы видят в этом свою обязанность, но имущество мы вам не вернем. По закону считается, что если какое-либо имущество пропало, настолько, что у человека нет надежды вернуть это имущество, то оно уже не принадлежит ему, и тот, кто найдет это имущество, достанет это имущество, отобьет у разбойников, как в данном случае, он не обязан ему возвращать имущество. Можно сказать, как говорят Лифней Мишурат Адин, действуя не по суду, а как бы заходя за черту суда в сторону милости, да, конечно, нужно было бы вернуть имущество, но обязанности такой нет. Да. В трактате Бава Мециа разбирается, да, например, скажем, ну, можем представить себе, что кто-то поднимался по трапу корабля, и у него упала камера в воду на большую глубину. Вот. И тут тот, у кого есть маска или акваланг, он ныряет и достает эту камеру. По закону он не обязан возвращать эту камеру владельцу, который никоим образом эту камеру уже не мог достать. Да? Примерно такая же ситуация сложилась и здесь. И, конечно, мы понимаем, что следовало пожалеть их, не следовало обвинять людей, у которых не хватило сил, скажем, на такой уже сверхпоход, на требующий сверхусилий, просто не хватило сил, их следовало бы пожалеть. Вот. И Давид здесь, да, говорит, не делайте так, братья мои, то, что дал нам Бог и сохранит нас, и даст нам следующий отряд в руку нашу. Он обращается к своим людям, но обращается, мы видим, не как царь. Давид, скажем, если так можно сказать, наученный горьким опытом, он понимает, что до того, как он не будет признан всем народом и не утвердит свою власть над сыновьями Израиля, он не может пользоваться теми правами, которые есть у царя. Он не отдает приказы, а он обращается к своим соратникам, к своим воинам, лучшим своим воинам, обращается с просьбой проявить милость и напоминает о том, что эта победа явно была чудом, которое сделал для них Всевышний. И как Всевышний милостив, так и следует человеку проявлять милость, даже если он сражался, рискуя своей жизнью, проливал кровь, все равно ему следует проявлять милость. И это, с одной стороны, Давид не царь, а с другой стороны, он понимает, что задача царя, она в том, чтобы возвышать моральный уровень людей. И в этом плане он себя видит как глава народа, тот, кто должен дать урок всему народу. Да? Из этого учится Галаха, да? Говорят, что Давид поступил так, не просто, не первый поступил так, так поступал Авраам еще, да, когда он вышел на войну против четырех царей, то с ним вышли люди, которые, скажем, остались там в
обозе остались имуществом, и он разделил добычу, которая была отбита у царей, между собой и между юношами, которые остались с обозом, добычу, которую он взял себе. Как мы помним, он вернул царю с дома, но то, что он должен был отдать юношам, скажем, юношам, условно говоря, скажем, людям, которые были моложе его, он отдал это им. И говорят, что Давид действовал по его примеру. В любом случае, из этого момента учится галаха, что тот, кто принимал участие в сражении, и тот, кто сидел как бы с вещами, да, потому что он не просто сидел с вещами, он молился, естественно, то добычу делят поровну между теми, кто воевал, и между теми, кто сидел в обозе, хотя можно представить было бы себе, что заслуги их разные. Некоторые деятели религиозные, они отсюда выводят закон, как бы псевдозакон, что кто-то должен воевать, а кто-то должен оставаться с обозом. Даже если это так, то это решение принимает царь. Кто идет, выходит на войну, а кто остается с обозом. И те, кто, может быть, он отбирает самых сильных, самых опытных, часть остаются с обозом. Те, кто остаются с обозом, они тогда молятся. И добычу делят пополам. Но не то, что кто-то свободен, кто-то останется в обозе, как бы, как говорят изначально, не бодиават, не де-факто, а де-юра останется в обозе. Такого закона, безусловно, нету. Это решение царя. Если кто-то остался, тогда добычу делят пополам. Но кто остается, это люди не решают сами. В скобках хочу сказать, что есть постановление, ни на чем не основанное, что якобы люди, которые занимаются Торой, они свободны от службы в армии. Это отдельная тема, о ней можно говорить. Но просто хочу сказать, что все посылки, которые, скажем, галахические, которые выдвигаются в защиту этого мнения, они разбиваются тут же разбиваются на месте. И, скажем, не мною, там, скажем, не большими авторитетами. Вот. И Хазон Иш, на которого чаще всего ссылаются, что он якобы освободил людей, которые изучают Тору, освободил их от службы в армии. Хазон Иш пишет о том, что царь может призвать даже на разрешенную войну, сейчас не будем вдаваться в подробности, давать точное определение, но даже на разрешенную войну он может призвлечь, кого он считает нужным, и человек не имеет права отказаться, искать какие-то мотивы, которые ему позволят не выходить на войну, потому что, как пишет Хазон Иш, как ты можешь защитить своих товарищей, и ты не выйдешь на войну, да? Вот, даже если это война разрешенная, царь тебя призывает, значит, ты нужен, значит, в твоих руках жизнь товарищей, способность, у тебя есть способность защитить кого-то, и ты не выйдешь на войну, этого быть не может. Это Хазон Иш, на которого постоянно ссылаются, когда говорят о якобы существующем разрешении кому-то не служить в армии, чтобы защищать жизни сыновей Израиля. Я не говорю там о завоевании земли Израиля, а просто защищать жизни сыновей Израиля. Да? Для этого нету никаких, как бы, оправдательных моментов. Вот, можно говорить, что в армии там плохой кашрут, это не так, ну, допустим, кто-то говорит, это нет, это не оправдание. Это не оправдание, когда есть возможность защитить жизнь сыновей Израиля, нету
оправданий. Ты бери с собой из дома еду, голодай, что хочешь, вот. Но ты не можешь на этом основании отказаться от службы в армии. Да? И было, и кто послушает вас в этом деле, как часть тех, кто выходит иногда, то есть он, Давид говорит, ну кто же будет подходить так, как вы, что вот мы возьмем себе добычу, когда даже по закону вы могли бы взять ее, но в этой добыче там имущество ваших товарищей. Неужели кто-то будет поступать так, как вы? Да. И было с того дня и дальше, установил это как указ и как закон Израилю до сегодняшнего дня. То есть Давид решил, что это будет законом, и когда у него появилась возможность, он утвердил это решение как закон. Вот. И дальше мы видим неожиданный момент. Да? Давид проявляет себя как политический деятель, человек очень умный, можно было бы сказать хитрый в хорошем смысле слова. Он берет из добычи, мы помним, что Амалек совершал набег не только на Циклаг, совершил набег не только на Циклаг, но и на юг Иуды. Да? И Давид, не разбирая особенно где чье, что, где имущество, на том основании, что тот, кто взял имущество, оно принадлежит ему, он как бы как хозяин делит это имущество и посылает часть имущества старейшинам Иуды, да, чтобы найти их расположение. Да. Вот. И говорит им, что это та добыча, которая была отнята у врага. И перечисляет, откуда была забрана эта добыча, и так далее. И что в Хевроне, во всех местах, где прошел там Давид, он и люди его. То есть везде, где когда-то проходил Давид, везде он туда отправил добычу, ту добычу, которую захватил Амалек на юге Иуды. Да? Вот, я могу остановиться на секунду, да, и спросить у вас, что непонятно. Если мы как бы более-менее понимаем материал, то мы можем с вами двинуться дальше. Если есть вопросы, то пожалуйста. Если можно, разрыв? Да, пожалуйста. Это поначалу. Мне очень интересно, может быть, источники, что Давид хотел напасть на филистимлян, как бы из текста совсем не видно. Как бы. Да, безусловно. Это не видно. Да. Вот, об этом пишут целый ряд комментаторов, в том случае, да, Цуфрим. Да, вот, и просто мне представляется, скажем, может быть, иногда говорят, что есть традиции, передается по традиции, не все передается по традиции, есть какие-то вещи, которые, как представляется, они очень логичные, понимаете, да? Но вот сейчас выйдет Давид с филистимлянами, что он будет делать, да? Что он будет делать? К нему пришли воины опытные, которые идут с ним. Он что, выведет их против Шауля, против своих? Да? Стоять в стороне ему не дадут? Да? Есть единственный только вариант, да? Как бы логичный. Да? Это присоединиться к Шаулю так или иначе, или уйти от филистимлян, улучив момент, или ударить им с тыла. Вот, и привести сыновей Израиля к победе. Да? То есть это единственное, что он может планировать, когда он выходит с Ахишем. Понимаете? Ну, можно это возразить, что он мог бы это сделать, и когда Ахиш уходил, мог как бы сделать маневр, что уходит и напасть. Тут не очень это. Мы можем сказать по-разному. Это как бы очень... Ну, может быть. Мы, может как быть. Бы, я знаю, что мудрецы очень, Давида я читал, там, в Талмуде очень так, все его действия только, так сказать, положительно, что, ну, в принципе, он простой тоже человек, как бы, он может и ошибиться, он может и не знать, что ему делается, потому что в трудной ситуации был, на самом деле, непонятно, что было делать ему.
понимаем, что он и в трудной ситуации он не поднимал руку на Шауля. И действительно, да, очень трудно представить себе, чтобы Давид выступил на стороне филистимлян, понимаете? Ну, я думаю, что он надеялся на Всевышнего, он был прав Всевышнего, так что он как бы не участвовал. Тоже может быть, да, тоже может быть, да, что какая-то возникнет ситуация, четкого плана нету, да, вот, но в любом случае видеть эту огромную армию филистимлян, хорошо организованную, которая выходит против Шауля. Возможно, первый раз филистимляне собирают такое организованное войско, они подготовились, как мы увидим из дальнейшего. И не думать о том, как помочь Шаулю, я думаю, что у Давида, конечно, были мысли, как можно будет действовать в какой ситуации, если она представится ему. Спасибо. Представляется так? Вот. На самом деле получается потрясающе. Здесь просто рука Всевышнего, насколько видна, да, что так спланировано все, что отсылают филистимляне Давида, он возвращается и спасает всех от амаликитян. Это потрясающе. Это, конечно, это потрясающе, но мы видим с вами, что это не похоже на такую историю, у которой есть хэппи-энд. Мы представляем, сколько пережили и люди, и сам Давид, и мы видим, какое и физическое напряжение связано с этим преследованием, с этой погоней, настолько большое, что даже опытные отобранные воины Давида не в состоянии продолжать путь, часть из них, да. Так что, конечно, помощь Всевышнего здесь видна, но как бы я бы не сказал, что здесь похоже на какую-то радужную картину. То, что мы можем извлечь для себя, это вы правы, да? Можно учиться сохранять надежду, не приведи Бог в какой-то ситуации совершенно безнадежной, обращаться ко Всевышнему. Да? Вот для царя был еще такой путь, как Урим и Тумим. Мы тоже понимаем, что это было не обязательно, это было для других. Давид и так бы погнался за амаликитянами. То есть для себя мы можем найти вот такую поддержку, не дай бог, я уж не хочу сказать, в тяжелых, в трудных ситуациях, которые могут возникнуть, вот, чтобы все были живы, здоровы и благополучны. Но мы можем увидеть действительно вот надежду на Всевышнего и помощь Всевышнему тем, кто надеется на него. Рав Зеев, тут больше, тут просто даже вот, ну, красота сердца Давида, его верность Всевышнему, да, что несмотря ни на что, и ни на как трудно, и все вот эти вот ужасные события, все равно его надежда, она не угасает, и он не останавливается. Это очень здорово. Я согласен с вами, да. Просто я бы сказал, что это еще ярче проявляется в псалмах Давида. Вот, если бы можно было с вами забрать псалом, я как не приготовил его текст, но если мы возьмем 36-й псалом, который читают сейчас, да, Давид говорит о том, что если против него встанет лагерь, то он не боится, он полагается на Всевышнего. Если поднимется против него война, то он опять же полагается на Всевышнего. Но какое его желание? Сидеть в доме Бога и иногда приходить в его дворец. Да? Вот. И мы здесь тоже видим с вами ситуацию совершенно потрясающую. Да? Давид – человек, который вынужден постоянно воевать. Да? Он полагается на Всевышнего, но это не человек, который любит войну, любит, да? Вот как говорят, есть экшен. Люди любят, когда возникает ситуация, когда вырабатывается адреналин, он совсем другой человек. Он говорит,
мое желание лехазот беновым Гашем, мое желание видеть приятность Всевышнего, сидеть в его доме и видеть приятность Всевышнего. И здесь как-то часто путаются, что значит дом Всевышнего, что это дворец Всевышнего. Для Давида дом Всевышнего – это весь мир. Он хочет видеть весь мир хочет видеть приятным, да, благополучным и для себя, и для людей, но, к сожалению, вынужден воевать. Он полагается, говорит, я уверен, что мне Всевышний поможет, потому что, с одной стороны, я не боюсь войны, а с другой стороны, я не стремлюсь к ней совершенно, и про Эдом, как вы помните, про Исава, его благословение, Бехарбеха Тигье, будет жить своим мечом. Есть люди, которые стремятся воевать. Да, для них война – это как бы часть их жизни. Давид не таков. Он выходит на войну, и он хочет, чтобы весь мир был прекрасным, приятным для него и для других. И он говорит, что я надеюсь, что мне Всевышний поможет победить. И одна из причин, что я не стремлюсь к войне, а стремлюсь к приятности Всевышнего. Да. Вот. И дом Всевышнего – это весь мир. Да. А его дворец – это храм, куда приходят для того, чтобы принести жертвы, для того, чтобы возвыситься духовно. Да. Вот. И потом вернуться вот в дом Бога, которым является весь мир. Спасибо, рав Заев. Это очень помогает понять душу Давида. Благодарю. Безусловно. И я учту, как-то постараюсь параллельно с Шмуэль-Бет взять несколько псалмов. Хорошо. Вот, давайте. Дэй, ведь можно еще на следующий раз карту, потому что я знаю, когда у нас была экскурсия с Талмахом в руках, это потрясающе, когда ты видишь вот это место сейчас, как это выглядит. Сейчас попробуем. Не обязательно сейчас, я это видел, я говорю, просто, может, для других. Это очень сильно впечатляет, когда говорят, вот тут, вот это происходило, здесь они стояли, здесь Шауль стоял, вот здесь они погибли. Секунду. Спасибо. Обязательно мы сейчас с вами сделаем. Просто у нас следующая глава о сражении на горе Гильбоа, да, но вот мы сейчас попробуем с вами поднять карту, как вы говорите, может быть, предварительно, тоже хорошо. Одну секунду, да, вот. Видно карту, нет? Нет. Да, видно. Видно, да? Видно. Сейчас я уже убрал ее. Секунду. Так, вот. Так видно карту? Вот так не видно. Нет, так не нет видно. Пока нет. Секунду. Не видно. Секунду. Я уже понял, что карту не видно. Так, мы делаем тогда так. А ты открой сначала, Слихан. Да, я все понимаю, просто когда говоришь, очень трудно думать, понимаешь? Да, конечно. Все видно, спасибо. Вот, это карта сражения на горе Гильбоа, о которой мы с вами сейчас поговорим. Да. Вот это сама гора Гильбоа. Да, мы видим, что это довольно как бы на севере, близко к озеру Кинерит, как мы говорили. Здесь Бейт-Шан. Вот. А долина Иезреэль, она проходит где-то, она пересекает почти всю страну, проходит от подножия горы Кармель, от Мегидо, который находится где-то примерно здесь, и доходит до Бейт-Шан. Задача филистимлян, как мы с вами говорили, это нанести поражение, разрезать страну пополам, а затем двигаться на север и на юг, захватывая города Иуды и других колен для того, чтобы положить как бы
конец господства Израиля над собой. Да? Вот, Геват Шауль, это то, что в Иерусалиме район, или это не имеет отношения? Геват Шауль, конечно, не имеет отношения к Геват Шауль, высота Шауля, безусловно, она не имеет отношения к горе Гильбоа, которая находится... Нет, я имею в виду Геват Шауль, то, что здесь, это похоже, как Иерусалим на карте. Я не совсем понял, но... Геват Шауль — район в Иерусалиме. Да, Геват Шауль — район в Иерусалиме. Вот, но он не имеет отношения. Более того, хорошо, да, давайте мы с вами тогда... секунду еще, может быть... Секунду. Так, вот это сама гора Гильбоа. Да, мы смотрим с вами как бы на восток, и мы здесь видим вот эту плодородную долину Израиля, о которой мы с вами говорили. Да, это район сражения, район поражения сыновей Израиля, из которого мы с вами, как сказали, выросло как бы новое царство, поднялось новое царство. Так, теперь мы с вами поднимаем текст. Да, секунду. Секунду, поднимаем текст. Это последняя глава в книге Шмуэль Алеф, 31-я. И здесь рассказывается о том, что Плештим воевали с Израилем, и побежали люди Израиля от лица Плештим, и падали сраженными на горе Гильбоа. Поражение очень тяжелое. Мы не знаем, сколько людей погибло в этом сражении. Понятно, что оно было отчаянным, напряженным. Не знаем, сколько людей погибло в этом сражении, потому что военачальники, вся как бы знать, вся верхушка армейская также погибла, и некому было давать отчет, некому было пересчитывать погибших и оставшихся в живых, некому было заниматься этой переписью после сражения. Но поражение было очень тяжелым. Можем себе легко представить, что в этом сражении погибло гораздо больше людей, чем в сражении при Афике, где был захвачен ковчег Союза. Там сыновья Израиля все-таки, как мы представляем, они отступают, не могут противостоять, отступают. Здесь они просто бегут. И сгрудились Плештим вокруг Шауля и сыновей его. Можем представить себе, что скорее всего, сражение развернулось в самой долине Израиль, вот, а отступать сыновья Израиля побежали по долине, а часть отступила на гору, пытаясь найти позиции более-менее удобные для обороны. И туда поднялся Шауль на гору Гильбоа и сыновья его, и поразили Плештим Йонатана, Винадава и Мелхишуа, сыновей Шауля. У Шауля было четверо сыновей, один из них в Деврей Емим, как мы здесь с вами отметили, назван Эшбааль, да? И он сыграл большую роль в дальнейшей истории. Он был человек с физическим недостатком, не мог принимать участие в сражении и остался жив. После поражения вместо имени Эшбааль он взял имя Иш-Бошет, человек
позора, и человек опозоренный. Да? Он сильно переживал за поражение отца и считал, что возлагал и на себя ответственность за это поражение, что он не смог ничем помочь отцу. И стало тяжелым сражение, да, и нашли его люди, стрелявшие из лука, и испугался он очень и из-за стрелков. Да. Мы с вами говорили, что мы увидим это в дальнейшем, что филистимляне готовились к войне, и они обрели дальнобойные луки у египтян. Египтяне приобрели, купили дальнобойные луки у египтян. Египтяне к тому времени были, скажем, у них была ведущая технология во многих областях, и, как мы понимаем, и в изготовлении колесниц, вот, и в том числе и в изготовлении луков, которые делали слоенными, и даже прокладывали пластины из бивней слонов для того, чтобы лук был прочным и упругим. И такие луки были очень далеко. Некоторые луки были большими. На иврите есть выражение «дарах кашто», натянул свой лук, от слова, как бы сказать, да, «дарах», наступил на свой лук. Да, мы представляем себе, что большие луки, они натягивались при помощи ноги. Человек упирался ногой в лук и рукой тянул тетиву. Подобные луки филистимляне приобрели у египтян и вышли с ними, и нечего было противопоставить им. Во-первых, они били очень далеко, были мощные луки, а во-вторых, мы помним, что значительная часть из сыновей Беньямина, которые были специалистами по стрельбе из лука, мы помним и Йонатана, который выходит для того, чтобы упражняться в стрельбе из лука. Да? То есть они не принимали участия в этом сражении. «И сказал Шауль своему оруженосцу, обнажи свой меч и заколи меня им, а то придут необрезанные эти и заколют меня и будут издеваться надо мной. И не пожелал оруженосец, ибо испугался очень, и взял Шауль меч и упал на него». Здесь мы сталкиваемся с большой проблемой, проблемой галахической. Мы представляем себе, что человек не вправе покончить жизнь самоубийством. И даже в том случае, если речь идет, упаси Бог, там, о нескольких минутах жизни, да, то все равно, скажем, убийство человека, которому остается там жить несколько минут, и самоубийство в такой ситуации, в общем-то, оно считается преступлением. Однако, как пишет Рамбам, в ситуации, когда человек опасается, что над ним будут, и, что над ним будут издеваться, его будут мучить, он имеет право покончить жизнь самоубийством для того, чтобы не попасть в руки врагу. Гораздо более сложная ситуация возникает, когда человек просит другого для того, чтобы он нанес ему смертельный удар, так как боится попасть в руки врага. В обычной жизни это недопустимо, но мы видим, что в армии, на войне действуют другие законы. Да? И здесь люди убивали друг друга для того, чтобы не попасть в рабство, не попасть в руки врага, для того, чтобы над ними не издевались и не осквернялось имя Всевышнего. Да? Вот, и, в общем-то, по закону оруженосец имел право, да, и сделать то, что просит Шауль. Однако мы видим, что он это не делает. Да? И здесь мы можем обратить
обратить еще раз внимание на то, что на отношение к царю, царю, который помазан Всевышним, к царю, которому может быть множество претензий, царя, которого можно обвинять в возникшей ситуации и в поражении, тем не менее ощущение святости, оно не позволяет человеку поднять руку на того, кто был помазан царем над Израилем. Да. Вот. И оруженосец не пожелал это делать, он предпочел убить себя сам, но не вставать перед такой обязанностью, чтобы убивать Шауля. Да, и увидел оруженосец, что умер Шауль, и упал он тоже на свой меч и умер с ним. Да. Вот. Шауль решил убить сам себя, оруженосец не нанес ему удары, даже когда Шауль уже был смертельно ранен, оруженосец предпочел убить себя. Да? И умер Шауль и трое его сыновей, оруженосец и все его люди в тот день вместе. Да? И увидели люди Израиля, которые по ту сторону долины, что бежали люди Израиля, и что погибли Шауль и сыновья его, и оставили города, и убежали, и пришли Плештим, и поселились в них. Да? Мы видим, что люди начинают бежать. По ту сторону долины нам трудно представить на самом деле, что, какая сторона долины. А это, скорее всего, та сторона, которая в сторону Галиль, в сторону севера. Оттуда начинают люди бежать, и сразу туда устремляются филистимляне. Однако города Иуды, они не поддаются панике, и филистимлянам их сразу не удается захватить. Не удается просто захватить. Вот, на Плештим приходят собирать оружие, собирать доспехи, и они находят Шауля и трех его сыновей. И отсекли головы, и сняли вооружение, и повесили их на стене Бейт-Шана. И услышали о нем жители города Явиш-Гилад, что сделали Плештим Шаулю. Мы помним, что Явиш-Гилад – это тот город, который спас Шауль, совершив такой марш-бросок для того, чтобы спасти город не только от гибели, но и от того позора, который хотел причинить им Нахаша Амони. И встали все люди сильные, и шли всю ночь, и взяли тело Шауля и тела сыновей его со стены Бейт-Шан, и пришли в Явиш, и сожгли их там. Они не сожгли тела, есть, так иногда говорится в Танахе, но тела, конечно, никто не сжигал. Есть такое понятие «сжечь как бы за царем». Не царя, а за царем. Дело в том, что по закону предметами, которые пользовался царь, ими нельзя пользоваться. Поэтому имущество царя, по крайней мере, в значительной степени, оно сжигалось. Даже потом человек не говорил, что вот у меня корона царя, значит, я буду царем, у меня плащ царя, значит, я буду царем. Вот, поскольку могли возникнуть такие ситуации, то сжигали значительную часть имущества царя, особенно то, что могло представлять собой какие-то символы власти. Закон также не разрешает жениться на жене погибшего или умершего царя. Может быть, это несколько жестоко так по отношению к женщине, но тут ничего не поделаешь. Да, что для того, чтобы потом кто-то не заявил, что он женат на жене царя, и поэтому ему принадлежит власть над Израилем, вот, закон запрещает жене умершего царя, вдове умершего царя выходить замуж. Да. Вот, и взяли их кости и похоронили под Тамариском в Явиши и постились 7 дней.
мы здесь видим особенность народа, который проявляет благодарность, не забывает ничего хорошего, то, что было сделано для него, ценит хорошие стороны Шауля, несмотря на все его ошибки, готов отдать ему почести и признать за ним достоинство. Вот. И значит, продолжение этой истории непосредственно оно разворачивается, или, скажем, эта история разворачивается уже в книге Шмуэль-Бет, да, которую мы можем с вами заглянуть, да, открыть первую главу книги Шмуэль-Бет. Сейчас мы это с вами постараемся сделать. Да. Вот, да, уверен, что текст виден, потому что я сделал все правильно. Вот, и тут можно сказать, что разбиение на Шмуэль Алиф и Шмуэль Бет, оно навязано христианским миром с тех пор, как начали печатать. Появилось печатное дело, то церковь требовала от сыновей Израиля, чтобы придерживались того разбиения, которое церковь считает нужным, и для того, чтобы нумеровали главы и пасуки, предложения, то, что в еврейском тексте раньше не было принято, и понятно, это были свитки, в которых писались предложения, и нумерация предложения, она совершенно не предполагается. Да? Так что с периода печати, который возник, то есть начинается в 15 веке, можно сказать, да, есть вот то разбиение книг, к которому мы с вами привыкли. Если мы заглянем с вами в трактат Баба Батра, то мы увидим с вами, что там перечисляются книги, и книга Шмуэля, она, естественно, идет как одна книга, а не как две книги. Книга царей тоже идет как одна книга. Да? Вот. И это разбиение, которое было навязано христианами, однако, скажем, в христианских изданиях потом появилось и несколько другое разбиение, несколько другие названия книг. Да? Мы можем не вдаваться и не углубляться в эти вопросы, просто можем представить себе, что книга Шмуэля по своей природе, она представляет одну книгу, и книгу Шмуэля, как говорится, написал сам Шмуэль, да, и мы понимаем, что значительная часть книги Шмуэля, особенно если мы рассматриваем как одну книгу, то она после смерти Шмуэля. Да, имеется в виду, что работу Шмуэля продолжили его ученики ближайшие, это пророк Гад и Натан, которые были при дворе Давида, а затем при дворе Шломо они завершили работу, которую начал Шмуэль. Когда Шмуэль написал, составил книгу Шофтим, Судьи. Да, и, как говорят, свою книгу, учитывая, что его ученики продолжали эту работу. Вот. И здесь мы с вами видим, еще немножко у нас несколько минут осталось, да, надеюсь. Вот. И было после смерти Шауля, Давид вернулся после того, как поразил Амалека, и жил Давид в Циклаге 2 дня. Да. Полная неопределенность, непонятно, что делать, непонятно, как к Давиду отнесутся сыновья Израиля, не обвинят ли они его также
в предательстве, не разбираясь особенно в ситуации, не скажет ли ему, что он должен был прийти на помощь Шаулю, и что вообще из-за него возникла вся эта ситуация, когда сыновья Израиля потерпели страшное положение. Давид живет в Циклаге. Да? И было на третий день, вот пришел человек из лагеря от Шауля, и одежда его разорвана, и земля на голове его. И было, когда он пришел и приблизился к Давиду, и упал на землю, и распростерся. Да? Приходит гонец, ничего, как бы, ничего такого из ряда вон выходящего. Да? Человек был свидетелем сражения. Он находится в трауре, никакой особой такой радости он не испытывает. И он приходит туда, куда он считает, следует идти. Кому ему идти? Да, к тому, кто должен быть царем Израиля. Однако, несмотря на такую, можно сказать, ординарность ситуации или, скажем, нормальное поведение человека, ситуация неординарная, но поведение человека нормальное, мы увидим совершенно странную реакцию Давида, на первый взгляд странную. Да? И сказал ему Давид, откуда это ты пришел? Да? Мы видим, что уже в вопросе чувствуется какое-то недовольство. Откуда это ты пришел? Да? И сказал ему, из лагеря Израиля спасся я бегством. Да? Мы можем здесь заметить, что человек не говорит сразу правду. Да? Мы увидим, что он спасся не из лагеря, где было много людей, которые начали разбегаться в разные стороны, вот, и спасся не из общего строя, который побежал, он был в окружении царя. Да? И мы понимаем, что у Давида опытный глаз следователя, и он сразу заподозрил этого человека в чем-то, да? Вот, и задает ему вопрос, и тот не отвечает, как бы следовало ответить. И сказал ему Давид, как было дело, скажи мне, прошу. И сказал, когда бежал народ с поля битвы, и также много людей пало из народа, и умерли, и Шауль, и Йонатан, сын его, умерли. Да? Если человек бежал из лагеря, откуда он знает, что и Шауль, и Йонатан, что они умерли? Да? Где он был сам, этот человек, у него было какое-то определенное место, да, во всей этой истории, он где-то находился. И Давид очень хорошо себе представляет, что Шауль и Йонатан должны были находиться в разных местах, да, что Шауль командовал всеми силами, Йонатан командовал одним из отрядов, или, может быть, Шауль командовал одним из отрядов, Йонатан командовал другим отрядом. Скорее всего, они не находились рядом. Откуда этот человек, который бежал с поля боя, пробирался, кстати говоря, с большим риском для жизни через земли филистимлян, пробирался к Давиду, да, где он был в момент, когда Шауль и Йонатан пали. Да? И, конечно, подозрение Давида все больше усиливается, когда он слышит его ответы. И сказал Давид юноше, поведавшему о случившемся, как ты узнал, что умер Шауль и Йонатан, сын его? Да? Здесь Клейкар идет по такому пути, мне кажется, довольно правильному, что на самом деле приходит не один человек, а приходит два человека, просто один из них главный, и о нем говорится, а второй как бы второстепенный. Да? И вот он обращается, может быть, обращается ко второму, и к тому, кто говорил. То есть он обращается к тому, кто говорил,
поскольку говорится поведавшему о случившемся, значит, есть кто-то еще, кто стоит рядом с ним. Это путь к Иикару в объяснении этой главы. Как ты узнал, что умер Шауль и Ионатан, сын его? Да? Объясни мне, как ты видел и того, и другого погибшими. Да, если ты рядовой воин, не из ближайшего окружения Шауля и Ионатана, как ты, откуда ты знаешь, что они погибли? Скорее всего, ты сразу скрылся с поля боя, ты не разговаривал с кем, и ты бросился бежать через земли филистимлян, через земли, захваченные филистимлянами, через земли, которые живут филистимляне, прежде чем ты достиг Циклада. Откуда ты знаешь? И сказал юноша, рассказавший ему, а то есть постоянно подчеркивается, что есть кто-то один, кто говорит, а второй, возможно, молчит, он вместе с ним, о гибели Шауля. Оказался я совсем случайно на горе Гильбоа, и вот Шауль опирается на копье, и вот колесницы и всадники подступили к нему. Оказывается, на горе Гильбоа, куда отступила гвардия, куда отступило высшее командование, да, он оказался совсем случайно, по его словам. Но что же он там делал, интересно, на этой горе? Да. И обернулся он назад, и увидел меня, и позвал меня, и сказал, я вот я. Да. Вот. Но я думаю, что нам здесь нужно остановиться. Может быть, у нас есть 2-3 минуты на какие-то вопросы. Мы запомним, что мы остановились на 7-м предложении и постараемся в следующий раз продолжить, начиная с него. Пожалуйста, если хочешь, что-то хочешь спросить, я могу пытаться ответить. Вот. Хорошо. Значит, если... Шимон, так, секундочку. Шимон, а ты что-то хочешь мне сказать, хотел... что-то я не понял, или нет? Меня спрашивают, хотел сказать спасибо большое, шаббат шалом. Да. А, окей, без проблем. Я видел, что ты что-то говоришь. Я ничего не говорил, я не правда, я оставил. Окей, без седр гамму. Я оставил, когда рассказываю. Окей, ну хорошо, тогда мы на этом заканчиваем. Хорошо, ладно, постараемся с вами... Что у нас? У нас следующая неделя Рош ха-Шана, так что, по всей видимости, наша встреча не состоится, но будем ждать следующей возможности. Вот, как говорят, следите за объявлениями. Спасибо большое всем, кто присоединился. Большое спасибо. Шанатова. Шанатова. Хорошего года, чтобы все болезни остались в прошлом году, в наступающем было только здоровье. Амэн, амэн. Амэн, спасибо. Окей, я присоединяюсь. Амэн. Всем счастливо, да, пока. Всем. Те, кто занимается ивритом, у нас сразу после этого урок иврита как раз по недельной главе. Окей, всем счастливо и пока. Пока-пока. Пока-пока.